Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, одуванчик. Установлен с помощью скотча на мой тестовый объектив. Сейчас я его проверю в моей камере. Смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 50 миллиметров и диафрагмы от 2 до 16. Я вам отправил на почту ссылку на мою видеоинструкцию по установке одуванчика на Arsat Gelios. Сейчас я упакую одуванчик и отправлю его сегодня вам. Он подготовлен с нужной стороны для Арсата Гелиос 81N подпилен. Вот клей. Внутри упаковки с клеем зубочистка для его нанесения. Калибр, ну, в принципе, калибр не пригодится. Все делайте по моей видеоинструкции, и у вас все получится. Но сначала удалите очень аккуратно старый одуванчик и все остатки клея. Зачистите и обезжирьте. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.